дуб, чтобы вы понимали. 9? Ну сейчас пойдем. Красота. В таком тенечке под деревьями мы находимся. Парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ну что, пойдем? Не, кайф. Есть процесс, да? Ну, вроде работает, да? Так оно должно быть. Во-во-во. Артём не играет, понимаете. С мыльными пузырями. Как быстро они еще заканчиваются? Ну, вроде нормально. Ну да, здесь ветер. Я думаю, вон туда надо ставить. Да, вот сюда вот. Алексей, вот эти вроде дуют туда, куда вам надо. Вот эти не достают. Наоборот, не надо. Корабль, такая лаунж-зона, неплохо, неплохо. На байдарках народ плавает, вот такой спуск в воду. Блин, я бы сейчас тоже, конечно, купнулся, здесь купаться грязно. Так, столбики наши, тут 8. Водички со льдом, понимаете? Не, прикольно. Ну там вот наша эта зона тусовочная. Прикольно, да? Водичка со льдом нас угостили. На лодках плавают. Такой у нас разгрузочный сегодня день. Не, прикольно. Может искупную стёмку. Пока есть время. Вот здесь смотри, спуск специально удобный. Головной стандарт. Ну а если команда не поющие, но кайфующие, отвечает правильно, то победила дружба. Ваш выбор, пожалуйста. 50. We'll be right back.
здесь, конечно.